Привет, дорогие зрители! Сегодня мы смотрим отель «Папилон Зюгма». Находится он в Белеке, в Турции. Встречает нас не очень солнечная погода, но настроение отеля это нам не испортит. Здесь виден основной бассейн. Лобби-бар отеля оформлен в приятных тонах. Из него есть выход на террасу, с которой можно любоваться территорией отеля. Территория зеленая, много бассейнов, она достаточно вытянутая от моря и узкая. Но в целом компактная, то есть много ходить по ней не придется. Отель строился в 2005 году, регулярно проводился ремонт и определенные косметические манипуляции. Выглядит очень аккуратно, приятный интерьер везде. И пройдем, посмотрим номера. Смотрим базовую категорию номера. Это Superior Room, площадь номера 38 квадратных метров, размещает до 4 человек. То есть помещается и доп-кровать, и эркер, так называемый диван, можно тоже застелить для ребенка. Номера в классических тонах оформлены. Очень приятно выглядят, но ничего суперсовременного вы там не увидите. Ванна довольно компактная. Большой набор косметики. Косметика вся именно бренда отеля. И туалет в выделенной зоне. Балкон очень компактный. Я бы даже сказала тесный, но выглядит уютно. Семейный номер. Он по принципу дуплекс. Первый этаж полностью дублирует второй этаж. Большой набор косметики для семьи. Душевая. Унитаз. Как я уже говорила, в дуплексе два этажа дублируют друг друга. Поэтому мы посмотрим только первый этаж. Эркер весь в виде дивана. Тут кроватка. Балкончик, как и везде, крошечный. Там некоторые в аквапарке, там бассейн, ну, да, либо пляж. Да, в аквапарке подогреваются. Да, подогреваются. Карта отеля здесь можете посмотреть, пожалуйста. Такой длинный узкий отель. Вам тоже расскажу, 1200 человек у нас максимум. Вы их не чувствуете, потому что здесь пляж, здесь подогревают. С обратной стороны основного здания находится релакс-зона. Здесь как раз релакс-бассейн. Есть бары, где можно посидеть и выпить коктейль. Тут всегда достаточно тихо. Это место, где можно почитать книгу, просто прогуляться, побыть в тишине или либо полежать у бассейна, позагорать. Летом здесь поют птички. К сожалению, в нашу непогоду птичек всех сдуло ветром. И тут же находится пивной сад. Это очень популярное место в отеле. Здесь сервируют около 20 сортов пива. И также разнообразные закуски. Все очень вкусно. Особенно это популярно у гостей мужского пола. Ну и в летнюю жару понравится, я думаю, всем. А за этим баром как раз находятся номера категории «Лагун», в которые мы сейчас идем и посмотрим их поближе. Luxury Pool Suite. Самая популярная комната в отеле. Площадь такого номера 55 квадратных метров. Более просторная ванная, большая гардеробная комната. Видно, лежат халаты, тапочки. Халаты брендированные отелем. И в подарок гостям дается пляжная сумка. Номер очень просторный, оформлен в светлых тонах. Не зря это одна из самых популярных категорий. И главная фишка номера – то, что есть выход к бассейну. Часть таких номеров находится на втором этаже, а часть на первом. Такие номера отлично подойдут для тех, кто любит более уединенный отдых. По первому этажу здания идут а-ля карты.
с этого года при проживании от 7 ночей возможна организация турецкого завтрака один раз за время заезда в одном из ля-карт ресторанов. Очень все ухожено, красиво. Это один из ресторанчиков. Территория отеля. Анимационная программа «Все здесь». Тест столы теннисные, детская площадка, настольный хоккей. Такие красивые девочки, видите, там катаются. Слева как раз амфитеатр, видна сцена. Пляж у отеля с широкой пляжной полосой, но по длине он достаточно небольшой. Лежаков много, в принципе, их хватает всем. Снэк-бар. Тут сцена амфитеатра. Там тоже барчик, небольшая кондитерская. А теперь главная фишка отеля. Около лежаков есть QR-код. Можно по меню заказать себе. А также здесь есть айсбокс, где стоят прохладительные напитки. В сезон это все пополняется. И можно отдыхать полностью с комфортом. И еще один важный плюс отеля. Есть лаунж-зона, где можно отдыхать при раннем заселении или при позднем выезде из отеля. Здесь очень комфортная зона. Есть и души, Wi-Fi, и различные диваны. Также есть сервис напитков и питание в эту зону. Так что, пожалуйста, если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и рекомендуйте его друзьям. Мы будем очень благодарны. Пожалуй, данный отель смог предусмотреть все тонкости для комфортного отдыха своих гостей, поэтому однозначно наша рекомендация –